Чартерс? Меня зовут Скайлор. Скайлор Корс. Вы, может, обо мне слышали? В общем, у нас тут небольшие проблемы, и я бы хотела арендовать самолет. Для меня и, может, еще одного. Посмотрим. Я заплачу. Много. Больше, чем вы думаете, но мне нужно время. Надо его поймать. Тогда мы выберемся. Вместе прятаться под землей. Они же не суслики. Отсюда! Не тушуйся.
Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет, вот увидишь. Теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, лучше не давай ему чизбургеров. У Мишки диабет. Помощник, я слышал, ты отбил у секты чизбургера. Супер! Братья Фаулер хорошо его выдрессировали. Будет делать все, что ты скажешь. К тому же, он у нас местная знаменитость, так что не удивляйся, если у него будут брать автографы. Августа 1973-го. Вдохновленный духом американской смекалки, Хлач Никсон, величайший каскадер Млечного Пути, сбрил все волосы на своем теле и собрал из них прототип костюма крыла, чтобы испытать на себе все ужасы и прелести полета. Радость быстро сменилась горем, когда при спуске он повредил бедренную артерию. К счастью, потеря крови лишь улучшила его аэродинамические свойства, и так он стал властелином крыльев, на данный момент единственным в своем роде. Thank you.
лабиринт из деревьев и камней. Скоро ширина трассы уменьшится. Надеюсь, наш герой справится. Скоро начнется самый опасный участок трассы. Вот и все. Остается последний отрезок. Финиш совсем близко. Сможет ли наш герой приземлиться на воду? Нашего гонщика ждет много побед. Ну, тащи сюда свой тощий зад! Ты тот безумный, который щекочет сектантам нервы, а? Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Боже, где их носит? Колени онемели уже.
Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... О-о-о, дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик? Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Я что-то слышал. Целый день молился, просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак, и они прислали тебя. Вот что я тебе скажу, вернуть грузовик будет непросто, он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну, то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по-добру, по-здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажремся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Ухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Вот мы и на месте. Правильно, поэтому, может, я посвящу тебя в свой замысел.
чувак! Мы надрали все в зады! Прям как у Розенкранца и Гильденштерн! Хе, люблю театр! Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Аля, чувак! О, блин, не шуми. Да, точно. А, блин, чувак. Чуметь, чувак! Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Голышом! Заодно яйца проветрил! Джерони, бро! Будет в ярости, когда увидит дырки от пуль. Чувак, у нас беда! Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Блин, они нет! Черт, я упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Привет. Отведать.
Я не буду прятаться в бункере. Захочешь меня убить? Папань! Смотри, Нэнси вернулась! Я ее верну! Твой сын! Как тебе? Ты тупее мешка с ковром! Взгляните на это! Что? Два сапога пара! Что за дела? Я думал, ты будешь мной гордиться, папа! Я же помог отжать твой грузовик у сектантов! Ты доказал только то, что у тебя все через жопу. Как в тот раз, во время выборов. Клянусь царем обезьян, что ты имеешь в виду? Я про те листовки, в которых ты написал, что я бил свою бывшую. О чем ты думал? Ты же сам сказал, что листовки должны описывать тебя честно. Не настолько, идиот. Кстати, папань, не забудь про нашу секту. Серьезно, нас ждет великое будущее. Чтобы я больше ни слова не слышал про секту. Блин, я не хочу забегать вперед, но думаю, мы станем лучшими друзьями. Набьем татухи друг друга. Судьба свела нас вместе, амиго. Мне мое сердце подсказывает. Или это судьба царя обезьян, что свела нас вместе. Думаю, это одно и то же. Ведь он повелевает всеми чудесами мира, так что... Взгляните на это. Два сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... Ты получишь позже. Ничего, я им устрою. Монтана снова станет великим штатом. Я знаю Монтану лучше всех. И без тебя знаю. Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Так что я сам разберусь, что и как делаю. Привет, я Хёрк Драбман старший. Я ветеран. У меня есть небольшой бизнес и любимый сын. И я баллотируюсь в Сенат. Типа получается, я твой помощник, да? Крутяк. Буду как Ллойд из «Красавцев». О, да. Блин, знаешь этот сериал? Как я по нему скучаю. Приду домой, сотру пыль с дисков, пересмотрю. Первый сезон был огонь. Там как-то по-другому было. Слушай, я не предлагаю. Короче. О, кого я вижу? Мой новый ассистент. Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Вот если бы эдемщики просто не явились на выборы, ну, типа... Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но...
Решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Тогда у меня будет больше шансов. Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Тетя Ада может о себе позаботиться, а вот... Будет весело! Можем что-нибудь спеть или поиграть? Если все закончится хорошо, Херки, давай свалим в отпуск, окей? О, да! Укула снова в деле! Куда поедем? Акула, чувак, мы же договорились! Думаю, куда-нибудь в тропики, далеко! Акула, чувак, мы же договорились! Думаю, куда-нибудь в тропики, далеко! Может, во Флориду? Флориду? Я, конечно, люблю апельсин. Значит, вы с Хёрком теперь работаете вместе. Он ездил по всему миру, но, кажется, не научился ничему. Разве что взрывать все, что не попадя. Если он опять начнет гнать про обезьяны взрывчатку, постарайся пропускать это мимо ушей. Чую посел с циркванутыми. Надо повторить. Одной ногой в могиле побывал. Шлем. Слышу, слышу. Невезучие сектанты мрут один за другим. Так держать! Разнесем тут все! Вот так, да! Не, после такого не... Враг здесь! Вижу, цель! Негодяя! Прямо в голову!
Надеюсь, им не придет в голову играть со взрывчаткой или перебегать дорогу в оживленном месте. Я перемещаюсь из точки А в точку Б или наоборот. Только сейчас размажем и темчиком по стенке. Он внизу! Я пошкандыбал. Либерасты и канадцы тоже не хотят за меня голосовать. Но это я так. Все закончится хорошо, Херки. Давай свалим. Скуки. О, да. Укула снова в деле. Куда поедем? Ты справился. Молодец. Мы с тобой вернем Монтане былое величие. Слушай-ка, может возьмешь старушку Нэнси? Будешь разъезжать на ней повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что они под надежной защитой. И прошу, не привози сюда больше младшего. Никогда. Винтик, я как под кайфом. Тебе удалось ненадолго скрыться. Но стоит мне захотеть, и ты вернешься ко мне. Впрочем, можешь пока играть в свои игры. Я скажу тебе, когда будет пора домой. Только ты... Прошу, не надо. Хватит. Прошу. Ты поможешь нам вернуть гору. Пару лет назад я работал на Якова. Таким был дураком. Кто, по-твоему, построил ему бункеры? Разве я мог знать, к чему это приведет? Нет. Маверик на связи. У хижины Купера стреляют. Может, охотники, но лучше проверю. Ты куда пропал? Я уж думал, ты труп. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Конечно, татуировки у племени Ракьят покруче, чем у эдемщиков. Я с ними точно не стану тату-братьями. Ща-ща. Ладно, так точно. В смысле, спонтанец, прием. Все как, чувак? Здорово.
На карте отмечены бункеры. Выбери себе какой-нибудь и вперед. Правда, там могут быть эдемщики. Они хватают людей и сажают их в свои сраные кресла. Не хотелось бы тебя потерять. Иначе помощник отправит тебя в... Следующий раз... Джейсон, тормози, мать твою! Следующий ты раз опять уволок тормози, нашу единственную карту, где отмечены все хижины. Это было оставь потерять ее на вышке. Заберу, как буду рядом. Следующий раз... И больше, чтобы я не брал. Следующий раз не тормози, иначе помощник отправит тебя в запас. А! Это что было? Прекрати! Серьезно? Меня в запас, а? Меня в запас! Акула, тебе нужно уважать наших, блин! У меня больше опыта! Я жив, поверить не могу. Только, мать, спасибо. Динамит. Серьезно. То, что ты предложил одну из самых гениальных идей на свете, приклеим... Ясно. Вот так значит, да? Погнали дальше.
нашел? В тайнике есть устройство. Когда ты подойдешь, на него среагирует рация. Он под землей, скорее всего. Не в хижинах же нычку делать. Блин. Последняя нычка. Слушай, ты там рядом. Не дай святошам забрать наши припасы. Не волнуйся, ты скоро выйдешь отсюда. Ты думал, что свободен? Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрел свой путь. Согласись, ты знал всегда. Отлично. Принеси свою жертву! Прорядимся надо. Знай свое место! Прорядимся! Хорошо. Жертвуй слабый. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness dry. Only you. Да, только ты подобрался так близко. Только ты завоевал доверие. Только ты мог это сделать. Ну да, супер. Ты прошел проверку. Ты принес свою жертву. Но теперь ты один. И ты слаб. Ты знаешь, каков удел слабых. Прорядить стадо – вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Илай! Нет! Нет! Что ты натворил? Ты убил его! Стой! Ты тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не он! Это Яков! Нет! Послушай меня! Это был Яков! Такое уже случалось! Ронни, Паркер, он убил их всех! Это мы его впустили!
Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его и убьешь. Или в следующий раз. Богом клянусь, я сама убью тебя. Решил, что ты расклеился. Но все же ты солдат. Не оплакивай его. Он был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. И ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Сильнее, чем я думал. Но убив меня, ты не изменишь ничего. Думаешь, я не хочу умирать? Это мое призвание. Я отдам жизнь за Иосифа и сделаю это с радостью. Я понимаю свою роль. Я его жертвоприношение. Все очень просто. Ну, скажем, ты спасешься, и что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Без Элая выживальщики никто. Без Элая ты никто. Кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже. Элай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Неплохо. Thank you.
что ожидает слабых. Беги! Прячься! Ты слаб! Ты уже проиграл! Нет никакой победы. Кровь прольется. Пострадают все. Ты умрешь сейчас или позже. Решать тебе. Но так или иначе, ты не станешь героем. Мой брат всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. О, опасности. Не важно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим. Империи растут, империи гибнут. Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом. Мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по графику. Ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. И, о да, ты это сделал. Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревал. Ты так... ни хрена и не понял.
говорить спасибо, но... По крайней мере, Элай погиб не зря. Я сожалею о произошедшем. Правда. Это не только твоя вина. Но сейчас не время страдать или искать виноватых. Твой друг Пратт и группа выживальщиков все еще вооружены Иакова. Поторопись, мы надеемся на тебя.